Доброкек уже пишет, ты не смотрел для Хесуса. Потому что он на него санкции не ввел еще. Доброкек, если что, он разрешил показать. Не, он нахуй нихуя на меня не похож. Где он на меня похож? Ты что, вообще баран? Он не похож. Такого понятия, что вот нужно как стримы не смотрю. В возрасте съехать. Это все бред. Это все, я не знаю, это. Ну, это бред. Таких понятий, ну, у адекватных людей нет. Ребята, кто-нибудь скиньте этот видос моей маме, у меня все отлично! Блин, минимальный балл, блин. Секунду. Тут наркотики, опьянение, употребление табака, матюки, голые си... ...писать девчонки, а мужчинам в нашей жизни сложно, а им себе... Блядь, вы это хуй вырезали, блядь. Я, короче, вчера сидел, модерировал, зашел в инкогнито, захожу на свой канал, у меня вместо плеера какая-то хуйня вылезает, я такой, что это за дерьмо? Прикиньте, я забыл, что эту хуйню вообще включил. Чё нихуя не слышно, Доброкек, ты чё, блядь, Андон? А, извини. Блядь. Этот трюк со мной не сработает. Я своего парикмахера руки ебал. Я его глаза ебал. А чё вы ржёте, геншинисты ебаные, блядь? Ладно, а чё я ржу? И курит. Смотря в окно. Ваня сейчас в больнице лежит. Так появился он. Ебать. Тайлер Дерден. А чё новости никакой не было? Чё новости никакой не было? Короче, я это самое посмотрел. Я, блядь, это посмотрел. Новость одну, короче, в ТикТоке. У меня потом какой-то полный пиздец с мемами про батискаф полетели. В общем, я хз, блядь, это... Это же у Пригожина, по-моему, да? При обыске нашли фотки такие. Или что там нашли, я не помню, не фотки или что-то такое, короче. На! Ешь говно! Ты долбоёб, сука, ты опять свою политику ебаную суёшь. Походу, не, ну его, короче, вообще жизнь не учит, блядь. Он думает, я что, шучу, что ли? Он думает, я, ну, какой-то юморист, я ж тебя в донатах забаню, ты чё? Да мне было впадло просто читать, что там написано. Я вижу, либералы, успокойся, все, я такой думаю, все. Там что-то было, никогда не меняйте, я такой что-то прочитал. Думаю, бля, мне так впадло эту хуйню читать, сложно что-то думать. Я сразу вниз скипнул. Ой-ой-ой, вот на таких видосах с цепью сиськи голые. Фу, бля. Пока хуйня какая-то. Что? Сука, в чем прикол? А, блядь, у него ноготь отлетел, бля.
Сука, я увидел! Чё, Вань, за садом? Чё? Да я ж ни один не увидел, чат, чё вы обзываетесь? Ой! Игорь! Кто осуждает? Я могу покурить? Конечно, ну, кури. Но у меня только... Сейчас. Что у тебя? Ашки-дошки? Меня ебать не надо. Какого хуя? Вот такого. Гарри Поттер скипнул. Злой человек и плохой, ты мне не нравишься. У тебя прическа некрасивая, как будто гриб, блядь. В смысле бустер? Это Гарри Поттер. Какой бустер? А вы видели эту хуйню вообще разъеб? Или нет? Или не разъеб? Это не тот видос, где они краской облили их. Че осуждают, а что там произошло-то? Бля, да какие-то конченые вообще ублюдки. Какого хуя вообще дорогу перекрываете? А, вы предыдущий, бля, я понял. Я видел такой же просто. Там, где чуваки стояли, типа, мы против масла. Возможно, не, ну, не этот видос, то ж я не знаю. Видимо, очевидно, тут какая-то хуйня происходит. Осуждающая. Там, короче, такие, мы против масла, и им, короче, на голову хуйню какую-то вылили. Что, они там стоят, дорогу перекрыли. Ну, а вот прикиньте, вот вы стоите, да, вы там по делам едете, какой-то хуйец, блядь, стоит надписью «Мы против масла». Вот так перекрыл дорогу, и ты проехать не можешь. Ну и хули делать? Давить нельзя. Пять, шесть или семь или восемь. Это чё? Ну, 7 или 8. Так про что речь-то? Ну, если кратко, речь про популярность. Потому что однажды была ванна с 5 мужиками, а сейчас какие-то... Магия цвета города. Ну ты вообще какие-то. Блять, просто это ебаный звук, который я не воспринимаю в оригинале. То есть, потому что оригинал был, ну, со словами. Кончил был в рот. Поверь мне. Ты же видела сама мой член. Посвятила Netflix. Но я тава с ропа и не começou фильм. Не começou фильм. Не começou. Не встречайся с девушкой. А чё такого-то? Я смотрел и маму даже спрашивал, чё это такое, типа? На кассе, блядь. Не понял просто. Бедросович, у вас день рождения ведь 30 апреля, да? Дети. А дети? Ну вы чё? Саш, ну понежнее там же будет. Дочь, вот в юбке самое оно, этим сниматься.
Бля, выключить видеоряд, и какой-то пи***ц трэш происходит. I am not. Клянусь, я перестал жрать гематоген после этого. Я его уже сколько лет. Сейчас, возможно, тоже кто-то перестанет его жрать, кстати. Кто-то не знал по-любому в чате. Мне мать это пизднула как-то. Отец, вернее. Я так любил гематоген. Он такой вкусный был, чат, правда. Я до сих пор помню. Вообще, знаете, с орешками был такой, продавался. Я его жрал, а потом мне батя сказал, и я что-то... Мне уже 25, я его ни разу не ел с того момента. Похуй, поебать. Дома, дома, дома. Сука. Гей. Твой иммунитет стабилен из-за тебя, из-за тебя. Я Сигма, крутой Сигма, Сигма. Очень мило, она меня любит, как Дора любит пиво. Я не понимаю девушек, не даю ей мотива. Но вот эта детка меня очень сильно зацепила. Да это тот еще мотива. Твой любимый парень не с повышенным либидо. Меня сильно осуждала, ты это сильно осуждала. Да я не курю давно, но я с тобой давно тратила. Ебать, это нихуя себе. Нахуй ты себя растянула, мне интересно так. Смешно, половина, нахуй. Покажите мне хоть один неотсосанный член. Я видел, да, это. Как вам? Хочу такую футболку, пожалуйста, кто-нибудь сделайте. Это гениально, просто гениально. Ну и нахуй, Вот этот мужик больше похож на меня, чем Добракек. Вот, если бы я много жрал, вот, я бы так выглядел, наверное, 100%. Как рулить? Ладно, он на Досю похож. Да чё за имба? Когда впервые зашел на стрим, решил написать, как и все я, но случайно забыл переключиться на русский, написал Z, и тебя забанили. Фраза из Доты, которых удалили просто так. Где моя пизда? Там мой клинок. Кончаю на глазах у всех. Вы не знаете, что такое секс, если не занимались им со мной. Покажите мне хоть один неотсосанный член. Отлично. Все. Приехали. Естественно, что все. А что это было? Бревно мне выскочило.
А что было? Слава Богу, живы. Выходим. Я бы орал, что не умер, если бы в меня влетело в мою машину бревно, и у меня бы пол машины разъебало. Я бы орал и жалел, что не помер в тот момент. Лучше... Поняли? Я ее так долго строил, что я не позволю какому-то бревну, знаете ли. Смешно, смешной прикол, да, очень ржака, блядь. Типа, поняли? Ранбуз, типа, ха-ха. Подзатыльник брату, типа. У меня глаз дергается. Вот тут, второй день. Вчера он дергался, я не знаю за чего, но сегодня он дергается из-за тиктоков Добракека, ебать. Когда я попросила Бога избавить меня от врагов, куда-то стали пропадать мои друзья. Так они прямо перед тобой, если посмотреть, мне кажется. Антонов продлевается уже 6 месяцев. Это случайно не те два школьника, которые возле семерочки фоткались, а? Люблю их, обожаю. Недовик продлевается уже 3 месяца. Осуждаю, долбоёб! Где скачать мод? Веревка, спасибо. Пробивается уже 12 месяцев. Все норм, фу, блядь. Не норм, нахуй, это второй, сука, всю жизнь, блядь, видел, как первый летит, не знал, что второй еще там летит, я забыл про этот. Осуждаю. Зубочистка нужна. Хуя балумба. О, и день рождения у нее, здоре. Здоре, мать. Польское дыре всего лишь. Сенсуал. Это чешская. Бля, ребят, я в сортах пива не разбираюсь, извините. Для меня без разницы. Главное, у человека дыре, он доволен собой. Секси. Печо Бэт подписался впервые. Так, тише, тише. Все норм, все норм. Баскетбол, пип, ты че не был вообще? Че ты вставляешь? I always wondered if these would work. Я думал, сейчас цепится. So I tried it out at skating. I think it worked.
точно такие же аптеку показывают там. Аптека, бля, и 3D-эффект. Аптека нахуй. Что осуждаю, бля? Это тот чел, которого горшок сегодня сломан. So for all you naysayers out there, this can. Вот этот, кстати, очень на Лагоду был похож. Баб, ты куда? На лавочку. Блять, я ж пересрал, ты чё, будь мудак? Ой. Ой, я папку приглушил, слышите? Великорусский обстрел спермой. Чё, не понял? Ёбаный тайминг! Sparkles in Jermaine. VIP my section royalty looking sexy, you know that be. Во, ебать, фотошоп вот этот. Фэковый. Number 2. Number 3. Это что, говно? Number 4. Я все, я не могу все забыть того человека, у которого проблемы с горшком сейчас. Прям, ну прям сегодня все звезды сошли, чтобы дразнить и издеваться над ним. Я вообще, блядь, не люблю девчонок. А кого ты любишь? Я люблю. Бери ты нахуй конченый! В данный момент... Это, блядь, там три гения. У меня сильно поврежден спинной мозг, поэтому не ходят ноги. И, возможно, не буду ходить никогда. Блядь, тем более скоро жена будет новая. Лизка Ковалева на районе. Там четвертый размер груди, как будто такая 20-летняя... Божье чудо! Бля, я в детстве смотрел эту хуйню и верил, прикиньте. Все, понял, смешно. Это та крыса, которая заложила Уолтера Уайта. Блять. Ладно, походу это правда. Блять, что за хуйня, сука? Кто жрет? Померла. Все грустно так. Под конец делаю. Sadly, Kaya was recently diagnosed with an untreatable cancer, so we have the solemn honor of taking her, and what will be her last night.
А, она не умерла еще. А, и умерла все-таки. Че ты грусти навалил в конце, блядь? Он всегда так. Да он козел, сука. Навалил мне, блядь, тут баскетбол пипл. Самолетов понаваливал мне тут. Бля, может это будет смешно? Maybe eating it will work. Чё пропустил? Не буду. Бать ножки, конечно. Я перестал определять, женские или мужские это ножки, если они в колготках или в чулках. Парни, что произошло со мной? Не так. Меня уже наебывают, как только могут. Он сопротивлялся, я его. Какие пальчики, сосисочки. Я так же делал. Ща наебать, да? Да. Естественно, такая красота с минимальным количеством косметики всегда будет на первом месте. Можешь вообще, вон, выпускница 23-го, блядь, чё за пиздец, типа. Чувиха выглядит, как будто ей 40, возможно. Давай! Я, сука, убивал, да! Ой, я убийца, я убивал, я воровал! Сюда, на... Бля, я такой говорю, там это, про окно шутка вылетает у меня, да? Ну и не только шутка. Меня чат осуждают. Стрей. Я убивал! Все смеются, всем смешно. А прикиньте, он на туре там парочку, блядь, положил донатеров своих. Крыса вот эта вот, реально. Никто ж никогда не узнает. Не, ну вроде бабку сбил, вроде. Папа, сын, папа! Лился с ними, а! Бля, ну вот. Сейчас вспомню. Это, короче, Шин, Джимми Нейтрон и Карл. Все, помню. Сходство 150%. Видишь, это та жизнь, которую ты выбрал. Бля, пацаны, это чё за музыка? Тучи дюны на улице, за окном туман. Чё, отменяй, блядь. Отмотай её. Я был очень стресст. Я хотел go home, хотел call my mommy. Пояснительное будет? Повествую, яблоко... А, ну понятно, все. Ну, как будто бы по... Если он яблоков написал, если все остальное правильно, понимаете? Общее-то будет итог? Яблок надо. Ну да. Нет яблок. А это вот дурачки в чате ебаные. Учила жизнь, возможно, сломалась. Он сейчас дворником станет. А им все смешно. Хихихаха. Смеются все время, и блядь. Учила жизнь сломана. В армию заберут. А им смешно. Ashley, look at me. Это Касым Жомар Такаев? Меня, короче, позвали на съемки в телевизор. Я вот думаю. Куда, кого, не скажу, ни новости, ничего, развлекаловка. Иди, блядь. Проблема в том, что это не иди, понимаешь? Это надо лететь на недели, мне надо деньги зарабатывать. Поэтому я думаю, я сейчас посмотрю, кто еще полетит. Если что, то это, там, тыры-пыры. Почему бы и нет? Да, это чешское порно.
позвал РЕН-ТВ, короче, вот это, прайм-тайм после часа ночи, вот это, на два там, который показывается, вот туда сняться, блин. БГ, а что тут, блин? У тебя батя есть? Ты чего? Ничего. У меня нет папы, блин. Красивый ты. Ёпта. Now you tryna pull up to my crib, I think you really gotta go. Так, это Чонгук. Смеемся все. Дай сюда этот вибратор и качай мне на пузо. Если достанешь прелы, хуя отсосу карапуза. Однажды не хотел сосать, был натуралом по вкусам. Я обожаю сперму в рот, а остальное невкусно. Ебанутый на голову, за уколы синтола. Ручу соски, будто ебусь с магнитолом. Ты очень приятный человек, брат. Оставайся таким же, пошлым. Бля, мы дожили до того момента, когда вот эти ремейки, они стали намного лучше оригинала. Про геев. Не мытым ублюдком. Я тебя очень люблю и ценю. Ой, сука. Эй, бля, просто вот для меня это ебать какая же зачат. Я залезал на стол, примотал себе три пакета и думал, так, ну, логически понять, по идее, должно быть какое-то сопротивление. Я сейчас должен как парашютист. Хорошо, мне в голову не взбрело, ну так, с окна прыгнуть. Ну, ответ, конечно, бы убил меня, если честно. Приземлился я очень жестко на пол, больше я с пакетами не прыгал. Я обожаю пенсионеров, которые не соображают, куда же мы. А я извиняюсь, есть такая проблема уже как два месяца. Банутая. Стендовчик. Заходим в стендов. У меня знаете, что убило? Меня убило то, что это хуй. Под, ну, под этой компанией продолжала продавать свои конкурсы, блядь, с подводными приключениями, блядь, прикиньте. То есть, ну, типа, камон, у тебя там батискаф ебанул, типа, ты продолжал продавать эти туристические билетики, ты вообще... И они, короче, стопнули это спустя две недели. Самое высшее наказание на Твиче, если бан уже не помогает. Что, блядь, можно сделать? Вот бан это уже, ну, максимальная, блин, станция. Наверное, хуже не будет ничего. Все, короче, мы тебя сажаем в тюрьму. Сыночка, я на 5-100. Дошла моя любовь. Все подписчики, подписывайтесь на пятерку. Все. Это его мама? Или не его мама? Походу. Сжечь. Стоп, погодите. От него это вообще песня про другое. Ну, то есть она ебать смысл. Даже какой-то с контекстом каким-то, знаете, негативным, заведомо. Блять, я ж дернулся. На самом деле это, блять, такая тупая, короче, смерть вообще. Ебать, прикиньте, просто тупейшая. Я бы, мне кажется, будь у меня... Будь у меня, короче, много денег, я бы даже туда, ну, не пополз бы, нахуй, и всё. А кто меня разбудил, блядь?
Чего прикол такое делать? Вот мне интересно, там колеса, блядь, от коляски из Ашана. Так, а как тут? Вот какие-то три дырки, блядь. Не наёбывай меня. Это что, не фэк? Выглядел, как будто реально сыграл. Но я на немецком зиге кидал, а? Ой, это осуждаем мы. Даша, конечно. Ты обижена? Зай, так ты побрил свой писюнчик или нет? Это пиздец вообще. Всем привет, я Мария Артия. Да, я решил попробовать свой же продукт, свой же мефедрон. А почему не человек-майонез? Потому что человек-майонез должен действовать вместе с человеком-кетчупом и человеком-горчицей. А, это триада злодеев. Да. Так, с интересом посмотрели на мои яички, простите за формулировку. Тебе отрежут яйца. И пошлет в редакцию «Нью-Йорк Таймс». От произведения искусства и вкуса яйца Гордона в шоколаде в золотой пирамиде. И воняет. Надо добавить. Ноль подчеркивания. Как вы себя чувствуете? Подчеркивание. Мозг один продлевается. Может, больница? Вы на Пригожина похожи. Они считаются? Нет, смотрите внимательно. К сожалению, я он и есть. Офигеть. Меня сбил Пригожин. Здесь... Кто тебя сбил? Я он и... А! Фу, ёпты, это не тот. Есть. Офигеть. Меня сбил Пригожин. Здесь нечем гордиться. Если мож... Бля, ебаные нейросети, пусть сука. Это останется между нами. Чёрт. Наш корабль идет ко дну, помоги мне, я утону, протяни мне свою ладонь, наш корабль идет ко дну. Что тут, блядь, происходит, блядь? Блять, хорошо, что это сундуки вот эти остались наверху, заебись. Да ты чё? Дверь. Так, ладно. Сука, кто это пиздит, блять? Мистика ёбаная. Ребята! Мы живем в матрице, 100%. Боже мой, какой же ебан, бля. Персич, просто нету, сука, сил. Это 30... Бля, это пиздец, сука, бля, тут... У меня, короче, на кухне было, когда, я еще с родителями жил, там, блядь, специальная поверхность была, ну, типа, ее никак не покоцать, она была очень грубая, прям, ну, специально для того, что, блядь, у меня, сука, ну, ты, блядь, тут режешь на этой хуйне, блядь. За этой хуйней. Просто... Вот мне, блядь, доску эту ебаную доставать, потом ее, блядь, мыть, так взял тряпку эту вонючую, знаете, которая воняет. Как? Вот у меня сегодня возник вопрос. Короче, у меня сегодня возник вопрос. Как люди понимают, что губка для мытья посуды уже испортилась? И что ее нужно новую купить? Бля, я просто, когда типа сидел и лень мне было запускать посудомоечную машинку, у меня в моей губке посудомоечной было месяца три, нахуй, минимум. Я думаю, бля, как понять-то, что она все уже разъебалась? Я не знаю, может, я единственный такой, но мне кажется, не единственный такой пацан. Еще я для себя тоже там, когда один жил... Без Алинки. Тоже для себя страшную тайну открыл. Оказывается, постельное белье тоже менять надо. Чаще, чем раз в два месяца, блядь. Правда? Да, походу. Просто придурок. Прикиньте, челы пишут раз в неделю. В смысле, воняет? Я не воняю. Чё мне стирать, если я не воняю? Что растирать нужно, блядь? Ты что, вообще сумасшедший, блядь? Как тебе это в голову пришло вообще? Два раза в год. Не, окна мыть надо, это я знаю.
А прикольно, да, тут Станислав выглядит? Так похорошел, конечно. Ну, девятка. Это реально гениальный сюжет для съемок фильма. Отправляется группа людей посмотреть на затонувший Титаник. Бля, гениально. Блять, это такая хуйня. Я задумывался, как это контрить. Все можно решить, кроме вот этого. Потому что я постоянно с кем-то думаю, что сейчас я перезвоню, жду какое-то время, звонка нет, и все равно у меня начинает циклично это воспроизводиться, мы опять вдвоем друг другу набираем. Я, в принципе, как это контрить решил, я просто не перезваниваю, по идее. После третьего раза, третьего совместного созвона уже там как-то доходит мне звонок. Кто первый звонил, тот и перезванивает. О, как будто бы, если все будут придерживаться этого правила, то и не будет таких приколов. Блять, мудак ебаный нахуй. Блять. Завидно, чат? Так, девочки, когда подруга пришла в новых шмотках, которые ей идут, не идут, красотка, лучшая, пацаны, когда друг пришел в шмотках, которые ему вместе и покупали. Я прочитал весь текст на ебучих тиктоках, все, блядь. Да ее C3 N1S. В то, нахуй! Ну в то Android юзеры, ну в то Android юзеры, в то такое у вас лицом, все. Это пи***ж. Это первое. Второе. Скажите, пожалуйста, те, у кого айфона юзеры, у кого есть сертификат, пишите плюс. Посмотрим, сколько у нас гениев. И Альтстор это для лохов, реально. Ну, Альтстор для лошар реально настоящий, правда. Так вам надо платить за сертификат. Конечно, чел, но он на год. Ты заплатил один раз и хуйца забил вообще. У меня и WhatsApp взломанный, и ВК у меня взломанный, и ТикТок у меня взломанный, и... Да, короче, у меня все взломанное. Прикиньте, на айфоне сидишь. А я могу смотреть истории в Инстаграме и даже не высвечиваться ни у кого, представляете? Да-да, на айфоне прям. А еще, если вы кидаете бомбочку, то она у меня навсегда остается. Брод один подчеркивание подписался впервые. Если вы удаляете текст, то он у меня тоже остается. А также не отсвечивает, когда ты эту бомбочку, кстати, открыл. Ужас, ребята! А знаете, что в ВК у меня? А ВК у меня старый, но новый. Удалена нахуй кнопка клипы, потому что это высер. И вместо этого вшита музыка. Впервые. И вырезан ублюдок, который запрещает мне слушать музыку платно. Вернее, бесплатно, блядь. Вот это да, бля. Не, ну для любого другого человека, которого Android-телефон, у него как бы это все уже с нулевой есть. Понимаете? Яблочники, они же не все так просто в этой жизни. А, ну еще, кстати, с сертификатом ты можешь поставить торрент себе и какой-нибудь файловый менеджер и просто всем телефоне копаться. Девушки, мы не будем заходить в магазин вдвоем, вдруг заподозрят. Про что ты написал, высер этот ебаный? Также мы с кентами заходим в магаз за одним дюшесом. Что заподозрят? Ну, бля, я мечтаю о большой бонуске. Ну или пять мужиков. Хорошо, я заебал уже прослушать вот эти мемы, видеть про девочек. Давайте спросим у самих девочек, их тут много. О чем вы мечтаете? Мерседес ГЛЕ 23-го, в уличный хуй. Ты чё вообще охуел, что ли? Хюндай Солярис 2014-го, как тебе такое? Я думаю, кто-то может позволить тебе такое. Зубы сделать. Ну вот, видите, а значит это пиздёж. Кто может мечтать, ну, об одноразке? Давайте психологический портрет сейчас разложим. Вот этого креатора, мемаса вот этого. Девочки мечтают об одноразке. И кто мечтает об одноразке? Ты её пошёл и купил. 100 рублей одноразка стоит. Какая-нибудь. То есть, значит, автор шкалодронный. И не может себе купить, потому что его везде гоняют. Факт? Факт. Посмотрим, о чем мечтают пацаны. Ага, проебал я этот момент. Мечтаю о большой бонуске. Да, автор реально долбоёб, 14-летний школьник, потому что кто, блядь, вообще о бонуске мечтает? Ну или пять мужиков. А, вот это вот уже... Ну ладно, хорошо. Я тебе 5 лет накинул за эту фразу, братанчик. Вот это факты, блядь.
сделал. Гандон ты, Жан. Ты думал, я что, все это оставлю после того, что сделал для тебя? Ты что, меня пробить весь живой? Блядь! Если смеялись, а Марыся вручила. Дор подчеркивание, Слушай, хорошо, кстати, глотает. Да его Твич сам забанит. Прям глотает, заебись, да? Не, она просто репортик оформите ему, реально. Нормально, полетит сегодня отдыхать. Я в шоке был, как она так быстро-то? Очень твоя красивая фигура. Как твои сиськи красивые. Очень красивая. А мне американские курседы дороже родины. Вот это мощное было. Опа. Микрочелик. Так это телескоп, чел. Видишь, это та жизнь, которую ты выбрал. Бля, прикиньте, оттуда самолет вылетел. Это вообще хуевая ситуация, вообще, если честно. А прикиньте, Твич такой, а, пенис и бан. Всем привет, я Мариарти. Да, я решил попробовать свой продукт. А чё они... Сука, свой же продукт. Нет, топить конечные видео грустно. Блин, не хочу. What's up, man? Thanks, man. I've got them all over. My friend from childhood, he did this piece here, and a month later, so that's the only thing I got left from him. I've done a lot of these myself. I didn't have such a great childhood, but when I did this, I took the pain away. Mom's, it's just a touchy subject. Это мило и грустно одновременно. He saved me. And I couldn't save him. We've been trying to figure out how to get my medication. You just don't know what you just did. I do appreciate that so much.